Самаре прошла традиционная акция по очистке прибрежной зоны от мусора. На этот раз волонтеры работали на берегу Волги у бассейна ЦСКА ВВС. Мы пытаемся связать наше прошлое с нашим настоящим и, так сказать, перемахнуть в будущее, оставив эту землю прекрасной, чистой, замечательной, сказочной, необычной нашим детям и нашим внукам. И поэтому я одет в эти аутентичные одежды сегодня и хочу показать именно это, что эта связь, она должна быть непоколебима. Акцию по уборке Волжского берега посвятили 150-летию знаменитой картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Именно здесь великий русский художник вдохновился природой и образами, которые нашли отражение на полотне. На Всемирной выставке в Вене эта картина завоевала бронзовую медаль. Но мне кажется, что это заглавная вообще работа в русском искусстве. И для нас она действительно знаковая. Вот представить себе, что Илья Ефимович совсем молодой человек. Почему он остановился здесь, Ширяева? Потому что, конечно, в первую очередь он был пленен красотой наших берегов. В акции по уборке берега Волги принимали участие члены Общественной палаты Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках форума сообщества, который проходит в эти дни в Самаре. Форум сообщества – это форум для тех, кто действует. И мы сейчас на нашей самарской земле показали, что мы действительно действуем. Мы на нашу Волгу-матушку, которая протекает в нашем среднем течении, огибает Самарскую Луку. Жигули на ее фоне очень красиво выделяются. Мы, конечно, ее стараемся держать в самой-самой красивой, чистой форме. В завершении акции для участников было организовано небольшое театрализованное представление. Перед зрителями предстали те самые бурлаки с картины Репина. Закончилось все флешмобом с участием членов Общественной палаты. Галина Топилина, Константин Головин. События.